В Приангаре за сутки ликвидировали возгорание почти на 19 гектарах земли. По два пожара случилось в Иркутском и Усольском районах, по одному в Хирит-Благатском и Братском районах. В трех случаях огонь перешел в лес земель иных категорий, в оставшихся трех возник по вине местного населения. Главной причиной всех возгораний стали неосторожные действия с огнем. Правительство региона настоятельно просит всех жителей Иркутской области не разводить костры на природе и на личных подсобных участках. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.